Сургутские кардиохирурги спасли пациента из Оренбургской области. Врачи у него диагностировали острое расслоение аорты. В любой момент мужчина мог умереть. Сложная операция длилась 9 часов. Елена Каткова встретилась с пациентом и поинтересовалась его состоянием. Вашим врачам спасибо. Я даже не думал, что у вас такие молодые специалисты. Приятные сборы и последние рекомендации от врача. Спустя месяц Андрей Колдубаев отправляется домой. Боли и жжение в грудной клетке мужчина почувствовал на вахте в Ямбурге. Оттуда его транспортировали в Новый Уренгой, а затем и в Сургут вертолетом. Мужчину доставили в кардиоцентр с диагнозом острое расслоение аорты. Сейчас я живу. Сейчас есть, вот знаете, как будто, вот, как бы сказать, жить охота. Не то, что жить, а и была охота. Теперь, как будто, знаете, вот я курильщик, заядлый был. Вот месяц вообще не курю, и вот и не тянет. Вот это уже плюс. Я благодарен, спасибо им большое. Трагедии удалось избежать благодаря слаженной работе врачей из Югры и Ямала. Оперировать Андрея должны были в федеральном центре Новосибирска. Но критическое состояние этого сделать не позволило. Сложнейшая операция длилась 9 часов опытной командой кардиохирургов. Выполнили операцию по полной замене аорты и аортального клапана. Операция прошла в штатном режиме, потому что все были готовы, так как у нас уже не первый год создана так называемая аортальная бригада. Комплексная операция по методике замороженного хобота слона. Вот. Это методика, которая позволяет за одну операцию ликвидировать полностью расслоение. Подобные высокотехнологичные операции в кардиоцентре Сургута давно успешно выполняют. За прошлый год прооперировали 16 пациентов. За несколько месяцев текущего уже 6. Та патология, которая случилась с пациентом, она относится к высокотехнологичной медицинской помощи, которая выполняется за счет бюджета федерального и софинансирования местного. Оренбург, Ямал, Югра. Все сложилось, и пациент бесплатно получил медицинскую помощь в рамках программы государственной гарантии. Теперь Андрей Колдубаев полгода будет восстанавливаться уже дома, в Оренбургской области. Елена Каткова, Арман Турбин, Вести, Югория, Сургут.